Друзья, вы на канале Ассорти. Сегодня у нас логопедическое занятие для детей по книге «Домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР». Автор Теремкова, художники Кудряков, Кулакова, Кулов. Упражнение 6. Называется «Подбирай, называй, запоминай». Назови как можно больше слов действий. Катя, глаза нужны для того, чтобы видеть, смотреть, рассматривать, читать. Скажи, для чего нужны уши? Уши нужны для того, чтобы слушать речь, музыку, стихотворения, сказки. Молодец! Катя, для чего нужен нос? Нос нужен для того, чтобы нюхать запахи. Дышать. Верно, Катя, молодец. Язык для чего нужен? Язык нам нужен для того, чтобы чувствовать вкус, разжевывать пищу с помощью языка, сосать конфеты, шоколадки, пить также нужен. Язык, молодец. Упражнение 7. Один – много. Подбери слова по образцу. Глаз – глаза, ухо – уши, палец. Как будет, Катя? Пальцы. Молодец. Рука – руки. Молодец. Рот – рты, нога, ноги, лоб, лбы. Умница! Теперь скажи, пожалуйста, за волосами ухаживают так. Их моют, расчесывают, вытирают, сушат. А как за зубами ухаживают? Подумай, Катя, и скажи. Зубы моют, чистят. Когда заболят зубы, к доктору идут. Доктор лечит зубы. Умничка. А как за лицом ухаживают? Лицо умывают, вытирают, кремом смазывают. Умница. Упражнение 8. Назови ласково. Мама учила маленькую Таню называть слова ласково. Помоги Тане. Назови ласково части тела куклы на странице 34. Голова. Как скажем ласково? Головушка. Молодец. Шея. Как ласково скажем? Катя. Шейка. Шеечка. Молодец. Плечо, как скажем ласково? Плечико. Молодец. Рука, как скажем ласково? Рученька. Ручка. Колено. Коленушка. Нога, как скажем? Ножка, ноженька. Живот. Животик, грудь, грудочка, локоть, локоток, палец, пальчики, пальчик. Умничка. Упражнение 9. Назови, так, мы это упражнение прошли.
Что для чего? Ответь на вопросы. Чем мы видим? Мы видим глазами. Чем мы нюхаем? Мы нюхаем носом. Чем мы едим? Мы едим ртом. Картину мы видим глазами. Соединим. Картину мы видим глазами. Едим мы ртом. Ртом едим. Музыку слушаем ушами. Ушами слушаем музыку. А нюхаем мы носом. В бутылях различные это жидкости. Вот мы носом нюхаем. Вот мы сегодня отлично позанимались. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Удачи, удачи!